То есть Паша пошел делать, но при всем при этом он вот эту руку не здесь держит, а вот сюда убрал. Не-не-не, на вот эту руку. Да. То есть у него рука не здесь, а вот здесь. Ну, например, я попробовал там ее схватить, да, он понял, что я делаю, и, соответственно, убрал руки вот сюда. Или он изначально пошел сразу же вот на такой захват. Помните, да, что у нас есть вот это? Да-да-да. Вот этот переворот, когда мы прихватили бедро, и все. То есть человек пошел в deep half guard, но при этом его обе руки находятся вот здесь вот. И что, соответственно, что вы здесь делаете? Все то же самое. Вы сначала освобождаете колено, это важно, да? Теперь смотрите, вы... освободили колено, дальше вы вот этой рукой прихватываете его руку, вот здесь вот, чтобы она вам не мешала. Далее, моя задача сейчас будет обойти его голову вот этой ногой, но просто так нельзя, то сейчас сначала должен поставить. Раз, и вот здесь вот я сразу же сажусь. Оп, рукой. Вот в этом положении. Все, а дальше я буду там за пояс его схватить. То есть у нас эта ситуация, да, когда я блокировал плечо, помните, да, эта позиция. Когда я блокировал плечо. Все. Дальше. Оп. Оп. Вот это положение вы уже знаете. Ну, в смысле, вот этот выход вы уже знаете. То есть это вот когда человек не вот здесь держит. Да, он вышел. И вышел вот сюда. Вот. Да. То есть первое. Я освободил. Отсюда сразу же прихватил руку. Вот эту. Обязательно. Дальше. Вот этой ногой тебе нужно его обойти. То есть я ставлю руку. Оп. Оп. И вот как только нога вошла сразу же таз вниз, а эта рука здесь. И здесь я как раз заблокировал опять плечо, могу взять его за пояс здесь, за штаны. Я пойти не могу сейчас. Не можешь по одной простой. Нет, не можешь пойти, но вряд ли получится, потому что вот здесь у меня нога. Видишь ее? Да, вижу. Вот она. И она мне слушает упор. И плюс ко всему, я почему говорю, здесь нужно обязательно заблокировать и взять за пояс, за штаны. То есть я в любой момент, даже если на меня пойдешь, видишь, я вес даю вот в ту сторону, не даю тебе перевернуться. Вот. Соответственно, ну, если ты пошел делать, разомкнул, то есть, ну, здесь все как бы без проблем, да? Но если ты не размыкаешь все как всегда, тогда мы, значит, используем опять вот эту вариацию толкаем-тянем. То есть раз, прихватил, оп, и сразу же сел. Здесь заблокировал, нога, если что, для упора, все, дальше, соответственно, взял, вот это толкаем,